Сегодня в администрации города состоялся торжественный прием в честь наступающего профессионального праздника «День автомобилиста». С приветственными словами к участникам мероприятия обратились председатель Сарапульской городской думы Сергей Смоляков и заместитель главы администрации Сарапула по строительству и ЖКХ Андрей Шихарев. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, который, все мы знаем, в последнее воскресенье октября празднуется всеми теми, кто связан именно с работой автомобилей, с тем связанным с эксплуатацией техники, всех инженерно-технических работников, диспетчеров и, конечно же, водителей. В первую очередь, хочу пожелать вам в этот праздничный день здоровья. Это то, что необходимо вам, то, что обеспечивает жизнь нашего города и развитие дальнейшего. Удачи, надежного семейного тыла. За профессионализм и ответственное отношение к работе благодарностями и почетными грамотами наградили лучших сотрудников Управления благоустройства автомобильного и городского пассажирского транспорта. Асхат Хузин трудится в должности водителя автомобиля ремонтно-строительного отдела Управления благоустройства. Его трудовой стаж составляет более 20 лет. Асхат Гаязович рассказывает, в его работе главное – это ответственное отношение, ведь от него зависит чистота и порядок на улично-дорожной сети города. Чтобы машина всегда ходила, чтобы исправно было, чтобы всегда вовремя привозить, как бы, чтобы не проставили люди. Заботимся, чтобы чистота в городе была. 25 сотрудников сегодня были отмечены заслуженными наградами, а творческие номера стали отличным подарком к наступающему празднику. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем счастья, здоровья и успехов в трудовой деятельности.